Для обеспечения законности и прозрачности электорального процесса на каждом избирательном участке в дни голосования на выборах губернатора Самарской области будет вестись независимое наблюдение. Ответственным за это, как и в предыдущих избирательных кампаниях, будет региональный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. На организационном собрании эксперты выбрали председателя штаба. Им стал ректор Международного института рынка Вадим Чумак. Сопредседательствовать будут президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева, а также Алексей Кокин, председатель квалификационной комиссии региональной палаты адвокатов. Институт общественных наблюдателей, он способствует формированию у населения в гражданском обществе доверия к результатам выборов, к их прозрачности, честности. И вот, собственно, это и одна из основных задач и миссий, которые должны решать общественные наблюдатели, и штаб, собственно, координирует эту работу. Также участники штаба обсудили план предстоящих работ. Основной пул независимых наблюдателей уже подготовлен, но с ними нужно будет провести отдельные дополнительные занятия за разъяснением новых изменений в законодательстве. А вот для тех, кто впервые захочет стать независимым наблюдателем, организуют полноценное обучение. Оно будет включать содержательное обсуждение основных этапов избирательной кампании, от выдвижения и регистрации кандидатов до соблюдения равных условий для всех участвующих. Все это будет обсуждаться на встречах членов штаба с наблюдателями в городах и районах. Одно из основных наших направлений деятельности, то есть мы к моменту выборов должны полностью подготовить общественных наблюдателей для того, чтобы они могли на хорошем, на высоком качественном уровне выполнить свои миссии. Специалисты перед собой ставят задачу, чтобы все жители, имеющие конституционное право голосовать, имели возможность это сделать. Поэтому члены штаба дополнительно проинспектируют избирательные участки на момент доступности для всех категорий граждан. Эта практика отработана. На наши замечания органы местного самоуправления реагируют предельно оперативно. И к дням голосования мы подходим с тем, что все избирательные участки находятся в надлежащем виде. Члены штаба отмечают, времени не так много, но опыт предыдущих кампаний поможет проконтролировать избирательный процесс на высоком уровне. В этом не сомневаются федеральные эксперты, которые знают уровень региональной работы в этом направлении. Компания конкурентная, привлекает внимание разных политических сил, самовыдвиженцев. Это требует от нас особого внимания, ответственности. Удачи в работе. В этот раз в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек, среди них и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.